Привет, мы сейчас едем на рынок, очень оригинальный, и оказалось, что здесь ездить на Uber намного дешевле, чем на общественном транспорте. И сейчас вот мы снова вызвали Uber, вот подъехала машина, и поедем туда. Включись там. Достаточно таки комфортно в Uber, и это уже второй автомобиль у нас с женщиной за рулем, хотя на мопедах ездят в основном мужчины. Приехали на рынок, прошел дождь, так что я не знаю, как мы сейчас будем кататься на лодке по плавающему рынку, но здесь уже можно купить очень много вкусных овощей, фруктов и все такое интересное. Удивлялись, как можно есть уличную еду в Таиланде, потому что здесь на первый взгляд полная антисанитария. Но сегодня муж уже решился на одно блюдо. Оно, кстати, очень прикольное, ну, выглядит довольно-таки аппетитно. А мы пока Марк ест сухофрукты из магазина, а я что-то типа наших казинаки, только из разных семян. Я сегодня специально оделась прикрытыми плечами и коленями для того, чтобы пойти по музеям. И единственный музей, куда мы еще успевали, это музей королевских подарков, который вы видите на заднем плане. Но непонятно почему, он сегодня закрыт. А завтра в понедельник у них выходной. И потом мы собираемся отсюда уезжать, так что, скорее всего, уже не попадем. Но хорошая новость в том, что прямо напротив него большой парк, и наверняка мы сейчас пойдем гулять туда. Оказалось, это не парк, а зоопарк. И Марк, кстати, впервые в зоопарке и сразу видит разных экзотических животных. Сейчас вот там слоны. Давай ручку. Давай ручку. Эй, Марк, обережно, тут высоко. У Марка период, когда он все делает сам.
Марк, штаны подними. Сам. Пингвин. 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 Кто там? Заехали в торговый центр. Сегодня понедельник, у тайцев выходной, и здесь что-то типа ярмарки еды. Но здесь менее стрёмно покупать, потому что все-таки все чистенько, соблюдены условия разные приготовления пищи. Так что наверняка сейчас будем что-то пробовать из местной кухни. Колбой. Здесь очень много разных ночных клубов, баров, дискотек. В общем, ночная жизнь Бангкока. Мы, конечно, скоро поедем домой, но чисто как на экскурсию сюда пришли посмотреть. Бангкоке подходит к концу. Сейчас мы уже сидим в аэропорту, ждем посадки, летим на Самуи. И хочу с вами поделиться своими первыми впечатлениями от Бангкока, от Таиланда и в целом об Азии, так как, в принципе, в настоящей Азии мы впервые.
раньше максимум долетали до Дубая, отдыхали там просто как туристы. И наверняка Дубай это, то есть Эмираты это страна, которая наиболее похожа на Европу, что ли, очень развитая, поэтому Таиланд это совершенно не то. И вот то, что меня впечатлило с самого начала, это, конечно же, высокая влажность. Здесь сначала даже дышать как-то тяжело. Конечно, все ездят с кондиционерами. И вот в помещении, наоборот, делают очень холодно, выставляют кондиционеры наверняка на максимум. И сейчас мы вот в аэропорт приехали, я, естественно, всю теплую одежду уже, в которой мы летели из Киева, спрятала подальше в чемоданы. И вот Марка одела просто футболочку и шортики, но сейчас мы вообще мерзнем, потому что все здесь ходят в куртках даже, все кашляют, и получается включают кондиционер на максимум, и при этом простужены. В общем, как-то странно, потому что постоянно перепад температуры из жары в холод. И дожди здесь тоже часто, по крайней мере сейчас, говорят, что сезон дождей затянулся в этом году, но дождь этот очень теплый, поэтому даже если вы намокаете на улице, не заходите в здание, то вообще не холодно. Дальше это, конечно же, беспредел на дорогах. Когда мы впервые сели в такси для того, чтобы доехать до другого центра, это была просто какая-то жесть. Во-первых, здесь движение левостороннее, поэтому постоянно кажется, что мы едем по встречным, что другие водители выезжают на встречку. А во-вторых, так, Марк. Здесь Марк мне помогает снимать. Очень много мопедов, да, их здесь называют байками. И такси также есть на мопеде, называется тук-тук. И, в общем, эти мопеды ездят как хотят, пролетают в разные щели между автомобилями, чтобы не стоять в пробках. И когда включается зеленый свет на светофоре, то первые едут мопеды, потому что они не стоят всю эту очередь на светофор, а проезжают между машинами, чтобы стартовать первыми. Дальше насчет того, что здесь много туристов, это правда, и все пытаются их развести на деньги. То есть, например, в такси, на такси сверху на всех написано, что они оборудованы таксометром. То есть, когда вы приезжаете и садитесь, вы подразумеваете, что таксометр будет включен, и вы будете платить по счетчику. Но на самом деле обычно таксисты не хотят его включать, можно и сменить там от 5 до 10 машин для того, чтобы они все-таки включили, и мы решили с этим не париться и просто пользовались Uber'ом. Там платишь четко по приложению, и ну, машина обычно лучше. И когда нам такси вызывала Тайка с ресепшена в нашей гостинице, тогда таксометр включали. Когда мы, то нет, не включают. А дальше что я заметила, то что любят очень детей, возможно, белых детей, потому что к Марку все неравнодушные, не только женщины, а и даже мужчины. Все пытаются к нему прикоснуться, там улыбаются, постоянно начинают общаться. Ну, он, конечно, тоже смеется им в ответ. И, в общем, это все так забавно, потому что у нас все-таки не обращают столько внимания на детей, особенно мужчины. Ну и последнее. Я думаю, вы знали, что в Таиланде, ну, Таиланд славится ночной жизнью. Здесь много трансвеститов, и они устраивают целые шоу, выступают там в разных одеждах и так далее, творят там все что угодно. Нам об этом рассказывали, но, естественно, мы на такие представления не ходили с ребенком. Вот, но говорят, это очень впечатляет. И также процветает проституция, когда мы еще в самый первый день ехали из аэропорта в гостиницу, это было ночью, мы проезжали по улице, я тогда не засняла, но прям, это была прям жесть. Мы проезжали по какой-то местной улочке, видимо,
известной этим. И когда там очень много девушек легкого поведения стояло прямо на обочине, и когда останавливалась возле них машина, то прям человек 30, наверное, подходило к этой машине, и, видимо, как-то там мужчины выбирали. В общем, мы были просто в шоке. И вчера, вот когда мы прогуливались по вот этой улочке Cowboy, Soy Cowboy, там также видели очень много таких девушек, и они не хотят, чтобы их снимали. Ну, то есть там все ходят, снимают, но они прикрываются, чтобы их не было видно на камере. Ну, в общем, у нас такого тоже так просто не увидишь. И вот, по-моему, как раз к нам подходит наш самолет, вот там подъезжает, наконец-таки, потому что у нас посадку задержали, и я надеюсь, что в самолете будет чуть потеплее. Хотя, кстати, когда мы покупали билет, то там, как дополнительная услуга, можно было заказать сиденье с подогревом. И я тогда еще поприкалывалась, говорю мужу, представляешь, в Азии здесь плюс 30, а они продают сиденье с подогревом. И, видимо, это неспроста, потому что реально тут можно просто задумать. Все, буду на этом заканчивать свой влог. Увидимся с вами на Самуи в следующем влоге. Я надеюсь, вам было интересно. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и до встречи в следующих видео. Пока-пока!